Только за этот год в службе судебных приставов составлено 900 исполнительных документов на водителей, лишенных прав за пьяную езду. Эти нарушители получают по суду штраф в размере 30 тысяч рублей. Но платить многие не спешат. Приставы напоминают, от погашения долга уйти не получится. Всех нарушителей приставы ограничивают в праве выезда за границу и арестовывают их счета. Также проводят рейды с целью оценить имущественное положение и забрать на реализацию ценные вещи. Кроме того, вернуть водительское удостоверение можно будет только при оплате штрафа. Для того, чтобы сделать это без дополнительных санкций, есть 60 суток. Некоторые должники считают, что если они будут скрываться в течение 2 лет, то срок давности указанного постановления истечет, и им не придется платить штраф. Но хотелось бы их разочаровать, что это не так. В соответствии со статьей 31.9 Кодекса об административных правонарушениях срок истечения приостанавливается на период уклонения лица от оплаты штрафа и возобновляется только в момент, когда указанное лицо обнаружено, либо обнаружены его вещи, либо доходы, на которые может быть обращено взыскание.